На пленарном заседании Мили Меджлиса представители общины Западного Азербайджана зачитали заявление, которое подписали 23 депутата. Его зачитал председатель общины Западного Азербайджана депутат Мили Меджлиса Азиз Элякперли. В заявлении подчеркивается, что обеспечение возвращения западных азербайджанцев на свои исторические земли является одним из важных средств укрепления доверия. Также отмечается, что азербайджанцы веками жили на территории нынешней Армении. Азербайджанское население неоднократно изгонялось из родных домов. Варварски уничтожалось. В результате поэтапных этнических чисток, в частности в 1905, 1906, 1918, 1921, 1948, 1953 и 1987, 1991 годы, в Армении не осталось ни одного азербайджанца. В документе подчеркивается, что в 2020 году Азербайджан положил конец оккупации и тем самым восстановил историческую справедливость. Победивший Азербайджан продолжает свои усилия в установлении мира и нормализации отношений с Арменией.